Приветствую, фанакрылы. Недавно в сеть слили некоторые фрагменты из пятого графического романа, протагонистом которого является Солнышко. Трехлунная ночь — комикс по одноименной книге, нарисованной Майклом Холмсом. В оригинале дата запланирована на 7 декабря 2021 года. Давайте же разберем некоторые фрагменты из предстоящего графического романа. Первый фрагмент — пролог. Оазис появляется в прологе, когда на ее сокровище напал воришка. Она думает о каждой из дочерей. Ариола сообщает ночным о том, что их королева мертва. Солнышко размышляет о пророчестве. Предположительно, похищение Солнышка ночными, а именно Зубастой, вместе с Крыланом и Следопытом. Солнышко. Голоса из обсидианового зеркала. Я откушу этому дракону голову и засуну его в вулкан. Предположительно, момент, где Зубаста, Крылан и Следопыт читают угрожающую надпись от имени Мракокрада, которую на самом деле оставила Солнышко. Зубаста, Крылан и Следопыт прибывают в гнездо скорпионов. Оазис с пальмой. Шестипалый рассказывает Солнышку о своем шестом пальце. Разговор Вихря и Солнышка в шатре. Нам впервые показывают внешность Вихря из графического романа. Продолжение разговора песчаных. Терн и двое песчаных солдат входят в шатер. Между Терн и Солнышко завязывается разговор, в результате которого выясняется, что Солнышко – ее дочь. Шестипалый. Момент, в котором Шестипалый вывел Солнышко из шатра представить вольным когтям. Но их встретил Адекс с плененной Страус, дочерью Шестипалого. Адекс предложил Страус в обмен на Солнышко. Шестипалый и Солнышко согласились, и Адекс отвел песчаную в крепость Огонь. Солнышко пребывает в крепости Огонь, находясь в своих раздумьях. Искра рассказывает и показывает Солнышку крепость. Искра и Солнышко. Воришка Искра, цветок. Настоящее имя — Роза. Воришка на спине у Искра. Цветок трется носом о морду Искра. Еще Искра и цветок. Солнышко пугается, видя страшное чучело ледяного. Она разговаривает с Искром. Искра набирает воду для того, чтобы разбудить Пурпур. Солнышко находит Пурпур, заточенный в одной из башен крепости Огонь, когда Искра ведет ее показать коллекцию диковинок Огонь. Небесные в ярости. Ночью Пурпур пытается напугать Солнышко. От Солнышка беда узнает, что Кречет погибла. Пурпур сбегает во время осады крепости с помощью беды. Беда? Солнышко видит, как две небесные улетают. Когда Солнышко летит к друзьям, она задерживается на Яшмовой горе, где и встречает отца. Солнышко и Камерой разговаривают, после к ним приходит лисица и приносит Камнерою поесть. Ее имя — Еда, так Камнерой назвал лисицу. Ночной рассказывает дочери про лису. Ночуя в пещере, Солнышко видит во сне воришку с Преснилом. Она отправляется на поиски того, что она ранее видела во сне, и натыкается на гнездо воришек. Солнышко пытается поймать двух воришек. Как нам известно из других книг, их имена — это Листик и Лиана. Солнышко успевает схватить одну из воришек. Пока Листик ходит за мешком с сокровищами, песчаные катает Лиану на себе. Воришки ругаются, а в это же время Солнышко разгребает сокровища, но не находит там ониксовый глаз. Лиане приходится отдать Солнышку свой Преснил. Вещуний заботится о больном Звездокрыле, когда возвращается Солнышко. После, когда Солнышко предлагает Жару полететь к когтям мира, он возмущается, переворачивает корзинку с фруктами, но все же тайно летит за ними и потом бросается на шею Лавине, своей матери. Лавина спрашивает, откуда у ее сына шрам, и грозится убить того, кто его оставил. Драконята судьбы объясняют, что это был несчастный случай. Солнышко с помощью Преснила посещает сон Ибис. Ибис стоит перед картой Пирии. Она размышляет о том, что земляные и небесные драконы под ее руководством сейчас готовятся к нападению на ледяных, чтобы разгромить их силы. Солнышко привлекает внимание королевы. Песчаной рассказывая Ибис о том, что битва унесет жизни слишком большого количества драконов у обоих сторон. Также она зовет ее прибыть в крепость Огонь на мирное разрешение войны. Ибис сомневается в идее закончить войну миром. Прибытие пламени вместе с ледяными в крепость Огонь. Солнышко говорит о том, что вопрос о троне нужно решать мирно.
На состязании принцесса Ожог дарит огонь драконью гадюку, старшая песчаная хватает ее за шею. Но из ящика выползает вторая гадюка и убивает огонь своим ядом. Пламень кричит, испугавшись. Гадюка отползает и бросается в сторону Звездокрыла. Его пытается укрыть Вещунья. Предположительно, Пламень и Звездокрыл после того, как Беда спасла Глина от укуса гадюки. Солнышко около могилы Оазис, что располагается в центре внутреннего двора и представляет собой черный обелиск, окруженный чистым белым песком. На обелиске вырезаны и покрыты золотом слова. Здесь лежит королева Оазис, мать королевы Огонь, упокоенная в песках времени, сокровища, среди которых находится ониксовый глаз. Ожог пытается забрать глаз, однако погибает от магии артефакта. Ее бьет молния, из-за чего она и умирает. В эпилоге после исполнения пророчества Солнышко предлагает построить академию, где каждый дракон из каждого племени сможет учиться. Здесь нам впервые показывают внешность Лунавзора из графического романа. Обратная сторона графического романа. Перевод. Один из них будет обладать силой светлоогненных крыльев. Солнышко всегда очень серьезно относилось к пророчеству о драконятах судьбы. Если драконам Пирии нужны она, Глин, Цунами, Ореола и Звездокрыл, чтобы остановить войну и выбрать следующую королеву песчаных драконов, она готова попробовать. У нее даже есть несколько хороших идей, как это сделать, если кто-нибудь ее послушает. Но вера Солнышка в пророчество была поколеблена. Пока дракончики продвигаются вперед, сталкиваясь с погребенными тайнами и смертельными сюрпризами в зыбучих песках пустыни, Солнышко должна решить, ее судьба уже написана. Или, может, 5 дракончиков смогут поменять свою судьбу и спасти мир. Так как они захотят этого сами. Серия бестселлеров номер 1 Нью-Йорк Таймс «Драконья сага» выходит в 5-м выпуске графического романа с искусством Майка Холмса.